футболистов, которых я когда-либо видел. Ну и о том, как он пашет на тренировках до сих пор, рассказывают легенды. Норвежцы зарабатывают пенальти, между прочим. Хотя, казалось бы, что там было? Да нет, Чёрлука зачем-то толкал в спину Эль-Юнуси, при том, что никакой угрозы прямой, по крайней мере, воротам сборной Хорватии здесь не было. Чёрлука меньший в адрес Эль-Юнуси. Тот разбегается. И в штангу попадает мяч. Повезло сборной Хорватии. Штангу не поздравляет никто. И это печально. Субашек, конечно же, поздравляет вот за то, что он не выключился из эпизода. Успел на ноги подняться и блокировать вместе с защитой. Только что появившийся на поле пропустил практически весь сезон из-за травм. Долго он форму набирал. И вот только три раза сыграл за вторую команду Штутгарта в третьей Бундеслиге. Дальний удар и 3-1 на 81-й минуте. Судя по этому рывку в ворота сборной Хорватии, у норвежцев появляется надежда. Это Александр Тетти. Пробил издали. Ой, не пропускали. Кстати говоря, пас-то голевой кто сделал? Только что вышедший Абдулаевы. Там был рикошет от Домагоя Виды, который немножко помешал Цубашичу.